Интересное предложение. И почти искренне. Почти. Понимаете, Роман Георгиевич, с правосудием торгуются когда-то в тупике. А мне и так все пучком. Ну тогда не буду настаивать, моего личного интереса здесь нет. Так и передам. Тогда зачем же он приехал? Да я от работы устал, а тут на халяву по Берлину прошвырнуться. А если ты... 9 человек, 10 у меня. Из наших контор издать. Достаточно. Увы, я в курсе. А, хотите посмотреть, как над их головами просвести меч фамилии? Ну да, хоть краешком глаза. Вот такое мое мелкое эгоистическое желание. Ну, в принципе, можно. Только я своей выгоды не вижу. Мы же вели его от отеля, он никуда не заезжал. Может быть. Только мне воздух не нравится. В каком смысле?